Чувашии продолжается благоустройство дворов. Как идут работы в Цивильском районе, проверила Богдана Дойникова. В Цивильском районе активно ремонтируют дворы и восстанавливают подъездные пути к ним. После реконструкции здесь появятся детские площадки. Их закупит городское поселение. На сегодняшний день по Цивильскому району ремонт дворов территории произведен в населенных пунктах. Это Игарвара, поселок Молодежный, поселок Канара и город Цивильск. Текущий ремонт охватил порядка 3777 квадратных метров и 8 дворовых территорий в этом году мы смогли отремонтировать. Меняются дворовые территории и в поселке Опытный. Программы по благоустройству дворовых территорий и дорожных покрытий здесь реализуют с 2017 года. Пока удалось отремонтировать 6 дворов. У нас здесь 28 многоквартирных домов. Проблемы существуют. Вот такие у нас дома в поселке Опытные все старые. Можно сказать, 60-х, 70-х годов постройки. Тут не пройти, не проехать, как говорится, когда дожди и прочее. Вот как такового ремонта было. Есть ремонт, но он как такой, пока еще не капитальный. Хотелось бы капитальный. Вот. В работах по благоустройству активно участвуют и сами цивиляне. В том же Опытном по программе инициативного бюджетирования построена современная детская площадка. Но, конечно, с ремонтом всех дворов они не справятся, а потому рассчитывают, что программа благоустройства продолжится. Богдана Дойникова, Валерий Рязюков, Республика.